Идите назад! Мертвое тело! Мы сами доставим в больницу! Мертвецов! Не дальше! Господа! Предупреждаю! Предупреждаю! Пускай веселится, пускай пропадем. Только научи, как зубами глотки рвать у всей этой сволочи. Кто ж тебе сказал, что я пропадать хочу? Хоть бы и с тобой вместе. Во-первых, какая я тебе Наташа, когда я уже полгода как Марья Ивановна. Во-вторых, прямо из тюрьмы, при посторонних, на улице. Дурак. Получай, Максим, и привыкай, Максим. Больше ты не Максим, а Павел. Братец! Как давно ты не приходил? Вот радость. Ну вот и братца дождались. До свидания, Максим.